Всем привет, ребятки! Сегодня я покажу, как же обменять машину на мячик в игре GTA San Andreas. Во-первых, для начала лучше всего будет украсть с дороги какую-нибудь тачку. После этого мы ее должны будем отогнать во дворик Свита. После этого мы должны приравнять ее, чтобы она стояла носом к этой вот штуке, в которую бросают мячи. После этого делаем проворот камерой, и происходит вот это. Машинка исчезает, а появляется мячик. 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 Теперь мне захотелось проверить, будет ли работать обменник, если я буду сюда ставить не только машины, а байки и велосипеды. Но для начала я хочу обменять еще одну тачку на второй мячик. Теперь выбегаем и делаем волшебный проворот камерой. И опять же, мячик, мячик, второй уже. И мне нравится, что нам предлагают сыграть в баскетбол. Ну ладно, я недолго думая побежал себе в гараж за великом. Я поставил этот велосипед сюда же, отошел и провернул камеру. И произошло вот это. Велик не исчез, но мне вдобавку прибавили мячик. Я дико обрадовался тому, что у меня есть уже третий мячик, но разозлился за то, что они не отобрали у меня мой велосипед. И я начал лупасить его кулаками. После этого я сел на него и уехал. Вдруг я встретил байк и решил проверить, работает ли этот обменник на байках. Я поехал сдавать его туда, чтобы мне дали мячик и забрали его. После этого я вышел, сделал волшебный проворот камерой, и у меня вышло что-то типа этого. Байк никуда не исчез, но в плюс мне прибавился мячик, который уже четвертый. Я такой приофигел слегонца, что мой байк не забрали. Блин, почему? Мой байк не забрали, просто вообще, блин, не забрали. Вообще какой-то капец. Я подумал, что будет интересно, если я возьму тачку, в котором будет сидеть мой чел из Grove Street. После этого я разломал заборчик и въехал туда, чтобы обменять машину с моим другом на мячик. После этого я вышел и решил обвернуть камеру. Но для начала я посмотрел на своего друга, который вышел из машины и обратно зашел в нее. Я уж хотел повернуть камеру, но он резко сдал назад. Я провернул камеру, и он все еще ехал, но на его капоте появился мячик. А я начал фигачить его спреем, чтобы он был в курсе, что нафиг уезжать с моих дел. После этого я его вытащил. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вам понравился этот видос. А вы должны поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока-пока.